Красивая собака, красивая. Сейчас еще красивее будешь. Да, такая собачка. Я уже аж замерзла. Джесси, смотри, какие у тебя ногтики. Еще нет. Расчесываем. О, молодец, внученька, чеши собачку. Ну, бабуль, есть что на конкурс красоты ехать. Кто на нее тут в деревне будет присматриваться, какая у нее шерсть? Ой, да какие тут конкурсы красоты. Бабушка у тебя мудрая и практичная. Вот сама посмотри, сколько ты уже... Пуха начесала, какого теплого. Бабушка тебе за ночь такие крутые теплые рукавички свяжет. Круче, чем всякие там Луи Виттоны. Ах, спасибо, бабуль. Я точно уверена, что рукавички классные получатся. Но мне так хочется иметь сумочку Луи Виттон. Вот бы мне разбогатеть. Самая несчастная мажориха в этом мире. Несчастней, наверное, только моя мажористая собака. Скукота полнейшая. Я уже объездила все all-inclusive планеты. Я хочу новых эмоций. Деньги есть, а эмоций нету. Зачем эти деньги, если они не приносят счастья? Иу, моя мажористая собачка, это ты? Видимо, крем для лапок был каким-то просроченным. А где это я? Ой, внученька моя умненькая, видимо, ты и правда замерзла. Пойдем в дом, погрейся, пойдем. Я такая богатая комната, а крысы водятся. Бабуль, это шутка какая-то? О, может я сплю? Ай, больно. Бабуль, я знаю, конечно, что ты красиво рисовала в молодости, но подделка денег наказуема. Это моя комната. Да, внученька, твоя. Тебе, между прочим, так повезло. У тебя есть отдельная своя комната. А ты что, не узнала свою комнату? Да, узнала. Да моя гардеробная больше, чем вся эта комната. И вообще, где кровать, где компьютер, где телевизор? Это что, пранк какой-то? Что здесь происходит? Ой, внученька, бабушка хоть и мудрая, но что такое пранк, я не знаю. Видимо, ты все-таки приболела.
Пойду-ка я открою последнюю баночку малинового варенья, которую мы берегли на особый случай. Заварю тебе лечебный чаек. Вот как раз случай, вот и пришел. Ага, пойдите, пойдите. Я смотрю, декорации здесь такие правдоподобные. Видимо, моя богатенькая мама решила меня так развлечь и устраивала мне шоу. Ну ничего, так ничего. Правда, у бабушки костюмчик какой-то бедноватый. Вы почему кричите? Ну ты кричишь, и я кричу. А вы кто? Вас бабушка послала? Ио, какая бабушка? Та, которая живет на Мальдивах, или та, которая сейчас на Бали? Ха-ха, какая остроумная шутка. Та, которая захолупьева. Ио, моя мажористая доченька. Ну, если ты так соскучилась за бабушками, я могу им сейчас позвонить. И они прилетят на личном самолете. Привезут тебе вкусняшки, твои любимые экзотические фрукты, кораллы и жемчуга. Что-то тут не так. Так, спасибо, бабуль. Я точно уверена, что рукавички классные получатся. Но мне так хочется иметь сумочку Louis Vuitton. Вот бы мне разбогатеть. Я что, теперь богатая? Ию, конечно, богатая. Да что ты такое говоришь? Ты что, не помнишь свою бриллиантовую кроватку и золотые погремушки? А, да. Вспоминаю. И шкафчик какой-то такой колхозненький. Деньги есть, а эмоций нету. Зачем эти деньги, если они не приносят счастья? Внученька моя умненькая приболевшая, а вот и твой чаек с малинкой. Нет! Друзья, а если хотите поскорее увидеть, как же богатая будет жить жизнью бедной, а бедная жизнью богатой, давайте соберем под этим видео 20 тысяч лайков. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Ha ha.